Что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте. Всех приветствую. Мы начинаем проходить The Dark Pictures Anthology Man of Men. Ну, по крайней мере, посмотрим, что, как вам игра. Зайдет, не зайдет. Мне зашла. Скажет, ты что, играл? Скажу, нет. Я не играл, и... Что это, блядь? Я скажу, не играл, и я видел прохождение. Мне она очень понравилась даже. Ну так, чуть-чуть смотрел. Вот, и поэтому... Начинаем ее проходить. Посмотрим, какая игра. Зайдет, не зайдет, и зайдет, мы придем до конца. Зашить поудобнее. Надевайте пледик. Прямо все кушать, приносите питик и впить или пить воды. Приятного вам просмотра. А мы начинаем. Мы отправляемся в данное путешествие. О, привет! Так, что у нас тут? Одиночная игра, да? Ребят, продолжить, если что, это просто я смотрел. Просто смотрят, как игра. Нормально, ненормально, и все. Новая история. Вас ждет проверка на прочность. Жить будете, и смерть неизбежна. Давайте серьезно, выберем так средненький, скажем. Let's go. Чтобы свой геймпад, нажмите... Ага, хорошо. Очень интересная игрушка, я думаю. Как и киберпанк, я думаю. Очень давно хотел ее пройти. И мне она очень нравится. Man of Men. Бля, погружение прям вообще лютое. Ой, блядь. Ой, блядь. Это люто. Джо, портовый рынок, Маньчжурия. 21.13, после Второй мировой. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Че? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Ты можешь понять? Юнши. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Честно, я много чего не помню из этой игры. Прям реально много чего не помню. Рассказывай, что меня ждет. Какой вопрос ты хочешь дать костям? Скажи мне о моем сыне, стану ли я богатым, да? Давай такой прям. Ну, когда мне повезет по-крупному? Чтобы прямо роскошь и богатство. О, дракон. Бамбук. Бамбук это... Но меня почему-то сильно притягивает бамбук. Давайте бамбук. Кан 这张牌.
Взгляни на кость. Скажи мне, что ты видишь. РТ. Ну, на рыбу похоже. Ну, рыба какая-то, да? Рыба. И что дальше? Твоя судьба. Может прийти к тебе по любой из дорог. Она как таинственный ветер. Но такой ветер всегда несет за собой смерть и страдания. Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? РБ особенности. Эгоизм, альтруизм, безрассудство, неуверенность. Отойди. Понятно. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Может, ты будешь идти своими? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. Давай посмотрим, что тут. Используйте R, чтобы прицелиться, и RT, чтобы ударить. Окей. Пока не стекло время, хорошо. Допустим. Вроде сказали, что умеете драться. О, сука. Давай, тварь, разъебу. Разъебу. Опа. Оу, тихо, тихо. Разъебу, блять, разъебу, нахуй, мне похуй. Да убей, сука. Ха, да. Похоже, теперь я мастер карате. Сюда, блять. И зачем только тратить время на это, идиот? Эй, Чак, поняла, ёпта. Видели кто-то? Кто так еще может? Только я, ебать. Погоди, хочу еще один вопрос. Изи просто на геймпаде, изи, блять. Изи, нахуй, просто изи. Раздевал просто это, блядь. Хуй, аттракцион просто, блядь, как нехуй. Повторной, грузи! В трюм номер два! Как я знаю, здесь будут скримеры, да? Бля, если будут скримеры, то будет пизда. Все нахуй. Постой! А где мои... Где мои 50 центов? 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! Эй! Отвали! Ты мне тут не приказывай! Очень графонистая игра, очень графонистая и красиво сделана. Атмосферная довольно-таки игра.
нахуй. Не-не-не-не, не надо. Дядя, не надо. Не надо, дядя. Заряд, час 36, 22 июня. Джо. О, ля, смотри. Давай-ка. Возьмем. Папе, возвращайся скорее. Хорошо. Так, что тут еще можно смотреть? Чего, блядь? Кого? Что, блядь, вообще? Ну, ключик, да. Да, блядь, что это вообще такое, нахуй? Так, здесь больше ничего такого нету, случаем. А то я вот эти игры, да, наизусть знаю, ебано. Здесь что-то должно быть. А, да? Так просто? На адреналин, ёб. Пошли, ёпта. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Давай, дядя. Что ты, блядь, толкаешься? Выясни, что происходит на корабле. Обязательно. Блять, что? Так я знаю, здесь игра, да? Блять, сейчас я закончу. Блять. Ну, не так сложно, вроде. Блядь, дядя, уходи отсюда быстрее, нахуй. Я знаю, эта игра зависит от твоих действий. Все зависит от твоих действий, вроде как. Пиздец. Кто это? Да я ж узнаю, кто это, блядь. Чё меня нахуй спрашиваешь? Опа. Опа, ну ладно. Что это было? Дожди нахуй, я выхожу. До свидания, блядь. Надеюсь, так справишься что-нибудь. Дядь, ты чё? А, ты туда собрался? Не-не-не, я туда не собираюсь, мальчик. Пишов ты в пизду, я пошел вон туда, блядь. Опа.
Чарли, сюда! Давай, блядь, ты шо? Не говори. Какое ты безумие. Блядь, скример на скримере, что за хуйня, блядь. Не, я в такой не соглашался играть, блядь. Что это за хуйня? Ой, бля. Пиздец. А можно его смотреть там? Нет, нет, нельзя. Ну, что это за хуйня? Что это, блядь, на стене должна быть картина, но ее нету. Господи, еще покой. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. От шока как будто бы, да? От сильного шока вроде, что такое. Похоже очень. Подожди, блядь. Кот по... Не-не, вот тут есть еще что-то. Ладно, похуй, погнали туда. Бля, я думал, тут кто-то другой спускается, то мы спускаемся. Держи ТЛБ, чтобы идти быстрее. Где, блядь, это ЛБ, нахуй? ЛБ вот надо. А ну-ка. Хуй, да? Понятно, ладно, погнали туда. Куда ты ушел-то? Блядь, давай не будем нахуй разделяться, как всегда, блядь, да? Как это любят, блядь. Делать. Да. Кое-где. Да ёпта. Мать, бронетехника, блядь, военная. Блядь, ты иди в пизду. Эй, Чак. Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Я ж поперхнулся, блядь. Слюной, блядь, пиздец. Что за игра, нахуй? Что ты за пиздец, блядь? Блядь, фу, у меня аж мурашки, блядь, на мурашки пробило, блядь. Пацана, блядь, да, нахуй, видели, блядь. Чарли, иди сюда. Фу, блядь, мне ж... Ой, блядь. Причем все завидите с открытым ртом, как будто бы от шока, да? Как будто бы от шока. Ой, блядь. Да, блядь, брат, нож брать, конечно, да, брат. Там мужик с автоматом гоняет, ему нож берешь. Угу. Ну, только если как по стелсу найти, блять, игра, не надо так делать больше. Блять, иди сюда. Да, блять, ну, ты долбоёб. Иди сюда, блять. Только не это, Чарли! Я готов, кстати, сейчас скример будет, я уверен, блядь. Ты шо, куда ты, блядь? Блядь, только не говори. Ебанулась.
смотри, себе приступ. А, короче, шока. Приступ шока, что такое, да? Блять, блять, ебать, игра, ты что, ебанулась, блядь? Какие скримлеры, блядь? Не нужны мне скримлеры эти. Сос! Помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Это что за хрень? Это что за хрень, блядь? Это пиздец. Я рот ебал просто в это играть. Нахуй я в это начал? Ебать. Скримлеры всякие, блять. Бля, я отвечаю этого, я этого не помню, нахуй. Я много чего не помню из этой игры, блять. Я помню чуть-чуть такое прохождение, что какие-то там ребята будут. Вот этого челика помню, блять. Типа психолога, блять. Это вы? Да, нахуй. А это приветствую. Вы? Здравствуйте. В моем хранилище. А, да? Я помню чуть-чуть только из этой игры, а полностью нет. Блять. Пиздец. И что ты за книжку взял? Я хранитель. А, хранитель истории. Хранитель. Не психолог, история, да? Любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Угу. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Угу. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Ну, про что я говорю. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ну, я про это говорил. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. Опа. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Угу. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Что-то такое помню тоже. Так. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. Mm-hmm. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся Интересно. Достижения или ошибки, которые вы совершите. Короче, картина показывает нам будущее, которое приведет нас к хорошему, да? К хорошему, типа, блять, не финалу, а к хорошим, короче, действиям, последствиям. Либо к плохим. Брэд. Duke of Milan. Французская Полинезия. 8:30 сегодня. Нет, блядь, завтра, нахуй. Ух ты, ебана. Пиздец, а не игра, я в ахуе просто. Брэд. Брат Алекс. Ненависть у остроумия. А, невинность, ненависть, блядь. Невинность, невинность и остроумие у него есть. Черты такие. Duke of Milan. Алекс, мотивация, неуверенность. Брат Брэда, молодой человек Джулии. Думаешь, хватит?
Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, в общем, да. Как-то... Чего? Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. О, понятно, блядь. Что? Взял меня? Сосёшь, блядь. Серьёзно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Течёшь? Секу, ёба. Так, амиго. Секу. Встречай кавалерию. Круто. Да, понятно. Извини, нахуй. Что сорвался, просто... Учёба в меди — сплошной стресс. Да неужели? Я бы так был крутым парнем, ёба. Мы давно не виделись с Джулией. Крутой парень. Сам понимаешь. А, ну... Да, понимаю. Понятно теперь. Теперь понятно. Все нормально. А? Ха, да. Кто бы сомневался. Трахи-вахи, да. Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Особенности обновлены. Правдивость, невинность, остроумие, зависть. Конрад. Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Ну, так лучше, брат. Ой, блядь. Я не... А ты точно готов? Подумай еще. Взвесь, какие есть за и против. Курс изменен. Предложение. Брат посоветовал Алексу тщательно все обдумать. А вот нам, да, что? Привет! Джулия. Волнение, безрассудство. Сестра Конрада. Девушка Алекс. Конрад, брат Джулия, спокойствие, спокойствие, опрометчивость, Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестрёнка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Это, кстати, брат, ой, братишка. Ой, привет. Брэдли, мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. А, прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Знаешь, если честно, я немного побаиваюсь морской болезни. Я, блядь... Сдержан правдивость, невинность, зависть. Брэд. Брэдли. Рэй Брэдлбери. От морской болезни лекарство одно, и оно перед тобой. А, да? Нет, не стоит. Ты же... Сдержан тревога, невинность, правдивость. Не хочешь увидеть, что я ел сегодня на завтрак? Как скажешь. Раньше уже погружался? Бля, промолчим, ну его нахуй. Эй, да не ссы ты, это весело. И где капитан этого корыта? Фриз, нетерпение, смелость, капитан Дюков Милон. Ага, ага.
Сразу видно бабу с яйцами, да? Бабу с яйцами? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь... Понятно. Ок, чел. Ок. Ух, ебать, как красиво. Море. Что-то улыбается, блядь, не улыбается. Че, уже въебал, да? Одну, ой. Duke of Milan, берегов французской Полинезии. 17-30-20 июня. Алекс. Может быть, вот здесь? А чего? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если... Щедрость, мотивация, неуверенность, нетерпение. На камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рэк, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рэк там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Ладно. Что там у вас? Планшетик, да? Смотрим один вы сайт. Вы только полюбуйтесь. Чуждаюсь. О, эй, смотрите. Что там? Похоже, бомбардировщик. Приблизь. О, да, это точно Б-29. Это типа клёво? А котята клёвые. А розовые единороги? Брэд. Эй, я нашел крутой рэк. Мне полагается победный танец. Вот, смотрите. Вот так. О, да. Итак? Итак, Б-29 — суперкрепость. Во время Второй мировой этих красавцев конструировали так, чтобы они могли летать на максимальной высоте с ядерным вооружением. Они были такие офигенные. Это слабо сказано, господи. Простите, увлекся. Нет, нет, ничего. Флис, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Слушай. Просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Какая разница? Полагается? Мы чё, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Пойду соберу еще данные о Б-29. Разные глаза у меня? Ну, разного цвета. Я имею в виду вот это. Сетчатка мне вроде разного. Это. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Да, да, смотри, сетчатка у них. Снаряжение. Бля, у них сетчатка разного. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Сетчатка глаз разного цвета. Окей. Интересно, прикольно. Эй, проверь, как там твой брат. Никак, ёпт. Привет. Снаряжение почти готово. Может помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Понимаю тебя. Но давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас с ней ссориться. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Осуждаем. Ей конец. Как хочешь, только не провоцируй ее. Ладно, я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Давай с ним попиздим. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри.
Что это, блядь? Ладно, я тоже уже смотрю. Что ты заскучал, бля, ёбана? Эй, и тебе. Сука, только попробуй, блядь. Понятно. Я уже думаю, что скримлер будет, чи не скримлер, ну ладно. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. А, да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Ноль, ёпта. Достаточно. А если в цифрах? Правила успел выучить. Что-то сомневаюсь. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Да ладно. Тут кроме нас никого нет. Кто узнает-то? Поймите, наш маршрут зарегистрирован. Если кто-то увидит, что в самолете были дайверы, нас тут же вычислят. Особенно, если в сети появятся сувениры. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. А-а-а. Хорошо. Пользоваться умеешь? Просто офнул, блядь. Нет, не умею. Не надо его трогать, такой, ладно? Ну и он нахуй, блядь. Рот ебал, блядь, пизду, блядь. Опа. А ну-ка. Фелиси Дюбуа. Указанный инструктор имеет право проводить занятия по погружению своего акваланга с разрешения Федерации аквалангистов. Что-то тут не то. Шо? А, ну понятно, да, липовая шо. Обсуждаем, обсуждаем. Так, ну ладно. Чё, let's go. Нам в любом случае туда. Эй, братишка, как ты? Опа. Опа. Что это вообще такое? А чё нам ничего не показали, ёбаный? Слышь, блядь. Что это за хуйня? Все, блядь. А. Дай пос. Блядь, а можно посмотреть видение-то, блядь? Можно показать. Понятно, блядь. Здорово. Ребята, баллоны уже готовы. Ну что, как дела? Ух, до сих пор не верится, что мы и правда нашли самолет. По-честному, я тоже удивился. Еще бы. Ведь какие у нас были зацепки? Никаких почти. Кое-что в интернете. Боже, скорее бы увидеть, что вы там найдете. А ты как думаешь, что там?
Судя по вашим фото, самолет спасательный. Это просто обалденно. Не знаю, много ли там найдется, но все-таки. Камеру не забудьте. Нет фоток, нет доказательств. Так, профессор, подскажешь мне, на что там надо обратить внимание? Поищи то, что поможет нам понять боевую задачу экипажа. Ага, до встречи. Угу. Спасибо, что зашел. Блять. Подожди, а вот здесь что-нибудь есть? Дай посмотреть ты, ёпта. Понятно, не даст, дай мне посмотреть, нихуя. Похоже, Джулия взяла с собой все. Если б не цена, запах и запах. Но она счастлива. Понятно. Подожди, может все-таки... А, да? Дай мне посмотреть. Конечно, не дает мне смотреть почему-то, блядь. Не знаю почему. Ну ладно. Хуй с ним. Будем на чутье делать, да? Вот как чуйка подсказывает, так и будем делать. В пизду, блядь. Как чуйка подсказывает, так и будем делать. Ну нахуй. Шо, блядь? Так, в общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. А ты хороша. Я бы взял тебя под воду. Алло, ты вообще-то про мою сестру говоришь? Да ты что? Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Капитан, вам сорвать. Чё взять, камеру либо вон ту хуйню, да? Ну давай камеру возьмем. Ты с камерой, я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Повезло так повезло. Все, детишки, можно нырять. Бля, подожди, может сейчас покажет? Ясно, блядь. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Давай, возьмем еще вот эту хуйню на всякий случай. Курс изменен. Алекс взял пауэрхед в погружение. Палка у меня. Да, я это вижу. Ха-ха. Пользовалась такой? Против акулы? Нет. Ну ладно, я не буду шутить. А можно я в тебя кину эту палку, а? Ну ладно, осуждаем. А можно я в тебя кину палку-то, а? Прям в тебя, как войдёшь. Осуждаем, осуждаем. Ну не это, а моя... Ой, прошу прощения, что-то понесло, да? Осуждаем, осуждаем. Пам нахуй. Эй, все норм? Более-менее. Добрый вечер, блядь. Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ну, вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон. Силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт.
Еще и не где-то я такое уже слышал. Где-то я такое уже слышал. Охренеть, какая находка. Давай поплаваем, поищем. Осуждаем, осуждаем. Ну, капитан, как насчет пинты со старпомом? С кем? С каких пор ты старпом? Молотком? Нет. Пылкий юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного может быть, пива. Старпом? Осуждаем. Ну, давай, бля, ладно. Там, ладно, давай. Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумывал яхту купить. Думал, может, ты расскажешь мне что да как. Если что, буду счастлива помочь тебе расстаться с любыми суммами. А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Погода ясная. Ага. 27 гроза. И дождь. Ясно, да, блядь. Давай-ка мы с тобой это сохраним. Можно ли это сохранить? А, нельзя? Или можно? Подожди. Что ты делал? Нельзя? Ладно, хуй с ним. Ну чё, как дела? Судя по всему, ты уже начал расслабляться на полную. Я человек многих талантов. Жаль, что обаяния среди них нет. А, мое обаяние, оно как бумеранг. Кажется, что его нет, а тут раз, и ты в отрубе. Ты несешь какой-то бред. Давай, давай. Мне давай. Надо следить за погружением, но буду рада продолжить этот разговор чуть позже. Я уделю тебе все свое внимание. Наедине. Правда? То есть совокупим наши представления о мире в приватной обстановке? Я старался, ребят. Я подумал, что... Да, да. Может, сейчас? Картина, короче, мне показывает. Ладно, вырезаем. О, с ним могу попиздеть. А ну-ка. Блядь, да что ты будешь делать? Привет. Привет. Ты как? Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Что знаешь об этих обломках? Только слухи. И теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. А как ты нашел этот рэк? Все искали там, куда летел самолет. А я спросил себя, а откуда он вылетел? В смысле, где авиабаза? У меня возникли догадки, основанные на гипотетическом обратном маршруте. И они оказались верными. Неужели по рассказам о Второй мировой можно находить места для дайвинга? Да. Когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен. Я много знал о маршрутах самолетов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались 100 раз, но ты понимаешь, находить самолеты круче. Пора на палубу. Увидимся.
Погода ясная. Что счет? Это мы видели. Опа. Вот сюда, нахуй. Даже может это внизу у нас еще что-то мы не смотрели. Филисте Дюбуа. Уважаемая мисс Дюбуа, настоящим уведомляем вас, что вы не выполните обязательств по внесению ругальных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет... О, ебать. Из них $3481 вы должны были внести 1 августа 2019 года. Данный платеж просрочен с этой даты, многочисленные сбросы выполнения платежа и предложения о реструктуризации долго остались без ответов. Если мы не получим указанную сумму к 30 августа 2019 года. Сука, дай прочитать-то, блядь. Эй, Флис! Блядь. Смотри, там лодка. Чем нужно? Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Эй, туда нельзя! Вы что вообще делаете? Нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Зря он это сделал, зря. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Ха, молодец, Конни. Турель, мы пролезем здесь. Ой, блядь. Сука, я не успел! Я, ебать, нажал на вот эту, блядь, кнопку. Эй, осторожно. Тут опасно. Бля, я не успел. Ну, пиздец, все, нахуй, проебали, да? Пропустишь даму? Бля, проебали, да, мы, блядь, персонажа, нахуй? Пропустишь даму? Нет. Минутку, блядь. Я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые! Мы это сделали! Мечта сбылась! Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям! Опа. Что за дверь? Какая-то дверь, блядь. Что за дверь-то, блядь?
Да. Да. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Брэд говорил, что бомбардировщики иногда переоборудовали под спасательные самолеты. Одной шлюпки не хватает. Один секрет. Спасательная шлюпка, которая пропала с самолета Б-29, она была спущена на воду в ходе выполнения задания. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. О боже! Он что-то держит. Ого! Какого черта тут случилось? Мне кажется... Они знали, что им конец. А, ты слышал? Давай проверим. Не, давай не будем. Не-не-не-не-не-не, не хочу. Джулия, пусти! Ебаная, стал мокрее. Ёбаные уши, кто он там, не уши? Сука, ебаная, блядь. Блядь. Пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Гризь, волнение, щедрость, хитрость. Окей. Ой, бля, я думаю, зря он уже давай. Очень давно тут лежит. Да-да-да. Не, давай не будем. Я не хочу. Ски хрупкое все, ну его нахуй. А, ну поплыли, пизду отсюда. Пизду, поплыли! Мать, ты ж... Я должен это сделать? Я не хочу этого делать, если... Мать, поплыли отсюда, пожалуйста. Поплыли отсюда. Ну его нахуй, блядь. Он что-то держит. Да, да, мы это знаем. Не, поплыли обратно, пизду, мальчик. А, я все-таки должен, да, это сделать? Я понял, блядь. Игра обязывает, да, мне это сделать? Ну ладно, блядь. Больше не трогай, прошу. Я не собирался трогать, блядь, слушай. Мальчик, мы с тобой попиздим, может быть. Так, что-то мы еще тут, короче, да, не взяли? Что-то мы тут еще... Бля, вот зря это сделал. Значит, что здесь надо было. Я не хотел, правда. Поплыли обратно, хули. А что мы здесь забыли? О, блядь. Не-не-не-не-не-не. Джулия, стой! Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Может, это и правда опасно. Пизду, блядь. Не-не-не-не-не, Вась. Ну и ладно.
отсюда выбираться. Срочно! Господи, Алекс! Бля, вот, блядь, у нее нога ранена вроде. У нее нога еще ранена. Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Угу. Расскажешь, блядь. Но я попытаюсь всех заставить. Постой. Попытаюсь. Ладно. Я... Что с тобой? Что-то не так? Ну, я не уверен. Я хотел кое-что с тобой обсудить, но сейчас не лучшее время. Что, неужели встал важный вопрос? Да не важно. Давай уже подниматься. Эй, серьезно, что с тобой? Ничего. Ты меня пугаешь. Ну, не важно. Мне надо было молчать. Давай. Нам давно пора подниматься. Лиз, говорит Джулия. Мы поднимаемся, ждите. Эй, куда там другая лодка? Стой. Джулия, плановая декомпрессия. Эй! Черт! Что за хрень? Нам надо подниматься! Стой! Плановая декомпрессия. Не, все понимаю, ну да. Черт. Ты можешь сейчас нахуй все. Без нее нельзя. Ты можешь сейчас просто охуеть там на поверхности. Че? Господи, как же это долго, просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай! Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? А, ничего такого. Все уже нормально. Блядь, ты долбоёб! Произошел небольшой случай с нашим барбекю. Охуенно. Боже, а мы думали, яхта взорвалась. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. К сожалению, не потревожить его нам не удалось. Как? Почему? Ну, вообще из-за троса. Черт. Все плохо? Ну, начнем с того, что кабины там больше нет. Просто не знаю, что сказать. Успокойся, ёбана. Чё он там сейчас скажет нам? Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия. Любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Почему ты нам или это говоришь? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная, решительная, упрямая. Как будто между ней и Конрадом что-то есть. А к чему ты это говоришь, мужик? Будьте уверены. Вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. Порадует, значит, мы сделали все правильно. Там что-то открылось еще, ребят. Что-то было испытание, подожди. Скоростной катер. Алекс взял Powerhead в погружение. Это мы знаем. Алекс тщательно все обдумать. Джули дождалась декомпрессии перед всплытием. Ну, потому что, блядь, ну, я понимаю все, но, блядь... Как минимум, это тоже, типа, твое ее здоровье было. Как и ожидалось. Да, он чем, реально блядь, морская целый. Болезнь такой. Мы как в прошлое попали. Ух ты. Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском и вокруг рыбы, водоросли. Да, еще уж, который выскочил. Простая рифовая. А,
А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. Да. Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое не просто в голове уложить. Ну, и правда не просто. Все нормально? Мне можешь сказать, как есть. Но я... Я просто волнуюсь о нашем будущем. И все. Что дальше? Я думаю, дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь. Вместе. Правда. Знаешь, ты лучшее, что со мной случалось. Мужик, ну давай, 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 давай. Давай романтику, блядь. Я люблю тебя, Алекс. А куда все делись? Пойду гляну. А ты тут подожди. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Пум-пурум, пум-пурум. Да, вот так сделаем. Прикольнемся. Патруль! Там береговой патруль! Что? Скорее наркоту за борт! За борт наркоту! Живыми не дадимся! Да какого хрена? Братец, ну ты дал! Джулия, серьезно, это сейчас глупо было. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Давай с тобой сами на следующую серию. И так длинная получилась серия. Спасибо за просмотр. Вот такая вот игра. Классненькая. Я надеюсь, он зайдет. Очень прикольная игра. Блять, ебать страшно, блять. Скримлеры, я не ожидал, что они тут будут. Я вроде помню, в какой-то части были скримлеры, бля. Но я реально не помню полное вот прохождение всей этой игры. Пи***ц. Спасибо за просмотр. Телеграм-канал на ваших экранах. Там инсайды и удаление видео просто. И все. Чтобы вам было удобнее. Узнай, когда новое видео вышло. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне тоже неприятно. Да, ваша поддержка мне. Спасибо заранее, кто это сделал. Вот. Еще раз, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях по другим играм. Давайте.